Вот мы явились, ходили. Нам позвонили, чтобы мы пришли. Вот сколько всего надавали. Что тут лежит? О, мельник. Вот она. 2021. Среди пшеницы. Это, наверное, правильно я иду? Да. Верность. Это макароны, крупы. А, вон что, это у них тут. Это. А мы-то как им пользоваться будем? Надо научиться, спросить. О! А это что такое? Ну вот это и есть календарь. Двойное. О! Я такого не... Он разворачиваться должен. О! О! Это декабрь. Это декабрь 2020-го. А это 2021. Вот. Февраль. Тут март. Все про еду. Самый важный продукт. Что именно, видимо, у них есть? О, сах, постойка. Как интересно, разворачивается. Она же подвешивается. Вот подвешивается. Вот. А, вот дырочка. Вот дырочка. Ну вот так. Это значит, я не беру ни то, ни другое. Я не понимаю это. Так, еще-то не получилось у меня закрыть. Вот сюда, наверное. Или как? Нет, нет, она в другую сторону. О, закрылась. Так. Что тут у них? Да это не подарок нам наделали. Это дело другое. Это подарок. Это, Володенька, все тебе. Каждый день будешь помнить. И до клеточку. Серьезно дело. Тут они нам подарок, так подарок. О, мерли. Брелок. Брелок, а чего он? Ну, чтоб как памятка была. Да? Сюда можно ключи вешать. Вот сюда. А. А тут для заметок. Красиво, да как изъявно, да. Как переплетчик, могу сказать, здорово. Так, это твое. Моего тут ничего нету. Дальше. Дальше. О, еще ручки. Можете взять, у меня тут полно ручек. А ручку-то, ну, посмотришь, когда откроешь, тогда я посмотрю, какие чернила, и, может быть, даже возьму. Люди-то хорошие. Блокнот. И блокнот. Ну, я ничем этим не пользуюсь, я пользуюсь бумажками. Так, ну и все. Теперь тут что? Это, наверное, копия того. Ну, да, 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 да. Одинаковое, все. А, вот сумки еще, сумки. Сумка еще, сумка. Да. От мельника, вот. О. Тряпичная. Ну, это можно... Это уже они тиражировали. Это, видимо, на несколько человек они сделали. Это значит так. Потеряю половину. Здесь я из этого только, может быть, ручку возьму. Здесь нужен нож. Теперь вот здесь будем. А вот сюда поставьте, Игнатий Иванович. Чемодан, да? Ага. А как сделать? Отрывать это? Отрывайте, отрывайте. Это как ручка сделана. А можно отрезать? Да, можно отрезать. Подожди. Да все, все. Оторвать можно просто. Она как, горит как береста. Да вот так сверху проведите и все. Сверху? Конечно. Так порезать-то можно. Да ничего не порежете. Вот отсюда надо начать. Вот отсюда. Отсюда? Да. Вот так надо, чтобы под низу. О, это да. Мы только что принесли сейчас. Они нам позвонили. Вернее, я им позвонил сначала. Они говорили позвонить, когда приедете. И здесь что? Здесь эти календари. Так, подожди. Так это одинаковые. Одинаковые, ага.
Так это тут нашего-то еще и нету. А я-то думал, что снимки, которые делали. Вы же не все посмотрели-то. А, это дрова колет. Да. А это ты? Да, это я колю. Ага. Вот это да. А это что? Не это, наши? Это не наши. А это? Тоже не наши. Не наши? Нет. Это они в разных регионах снимали. Вот как они все сделали. Комбайн. Вообще здорово. А здесь рыбу ловят. Тоже здорово. О! Это я с Серафимой сидим. Два голубка. Держим голубей. Голубятня наша. О, два снимка наши. Два только пошло. А снимали два дня. Нет, вот еще. Вот это разворачивайте. И это разворачивайте. Конечно. О. Да на каждый месяц отдельно. Так а что, тут вытаскивать как-то надо? Да, это специально передвигать вот эта штучка по числам. По числам. То есть ее надо пока временно убрать. Вниз надо было, может. Вниз надо. Да. Это вообще интересно. То есть на каждый месяц можно открывать фотографии, смотреть. Да когда же она не идет тут? Как не идет? Идет. Не идет. Идет, она у вас перекосилась просто. А? Вот она ушла. Вот она. А ну-ка посмотрим. Ну, это все одинаковое, вот это еда. Тут ничего больше нету. А в еде. Два дня снимали, и два снимка осталось. У них сотни было снимков. Значит, мы не подошли к ним. Ни ко двору лошадка. Так, ну все, я закрываю. И теперь как отдать-то? Кому отдать? На собрание? На собрание. Ну вот, занимайся этим, я не буду. Благодарю. Помолимся. Господи, слава тебе. Вот этот день удивительный. С чего мы начали? По твоему разумению все случилось, Господи. И встречи, и беседы. Продолжи наши встречи. И то, что мы получили, да послужит на пользу людям. Благослови подающих нам милостыню. Тебе слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Богу слава. Во веки слава. А теперь полностью распорядись чем. Я возьму, если еще только одну ручку из этого. Если возьму. У меня есть вообще ручки-то. Там куча лежит, но они не работают. Все. Давай. Все. Пошли.